Итак, глава 49. Касуми. Да найдем мы клона, не переживай. Did you find what you were looking for? Why won't anybody just tell me the truth? You must know. Tell me, Elena. Ну да, когда ей дадут пороже. Your head with ideas. Enough already. It's time to face it. You cannot do this alone. No. Давайте, напарника. You'll find what you're looking for here. However, I'm sending Hayate and the others as well. As well. My brother. А кто у тебя брат? Хаята или Хаябуса? А то ему весело. Вы бы лучше в футбол поиграли. Can I help you with something? I'm looking for Alpha 152. Oh yeah? And you are? Maybe I should go. There's no point asking you. Да, ты тупой. You can't just go wandering around this place. А чё это не может? Чувак, блин, ну ты нарвался, всё. Ну ты нарвался. Сейчас тебе ниндзюцу покажет, что твое тэквондо фуфло. Ой-ой, ой-ой. Чувак, чувак, успокойся. Тэквондо хороший стиль. Дай же встать. Вот это было крутяцко, блин. И наконец-то я закончил последним ударом. Такой маленький меч. Вахидзаси? Или как он там называется? О, ты уже готов? Go. Leave now. Сколько раз она уже получала? Wait a second. What are you doing? Ну и как ты это место нашла? А, это место тренировки, походу, да? Эх, Лиза, Лиза, что ж ты так одета пошла? Ой, нифига себе кувырок. Ох, нихренаськи. Серьезно. Хоть по одному раунду. 152. Альфа, ты там? Круто, она по воздуху идет, ребята. Скринем ее сиськи. Надеюсь, Steam это дело не заблокирует. Опа-на. Ну шарят. У нас самый легкий боец в игре, если вы помните, я там в тренировке мучился. Она самый легкий боец в игре, против нее есть специальный комбо. Что за пошлый скрин? Она хоть и легкий боец, но, наверное, вредный. Как и все бабы в этой игре. Ух ты, ёпта. Клоны зло. Телепортирующиеся клоны. Еще хуже. Оооо. Легко отделались. Это все?
без комментариев. Move quickly, Ayane. Sir. Я в шоке. Говорю, я вижу целую кучу этих кунай. Я не понял, Хаяте твой брат, и он тогда тебя порезал? И я в шоке. Ну что ж, вперед за Бэймана. Так, единственным выжившим. Понятно. Жду атак. Oh, you're back already? You must know. Tell me, Elena. It's time to face it. You cannot do this alone. А, Бэйма, наверное, сейчас Елене морду бить будет. Mist. Mist is Donovan's organization. The Alpha plan will now progress to its final. А, да, вот так это так. Прикрытие, Мист. Хаяте, you mustn't act on emotion. What the hell was that anyway? Big boom out of nowhere. What's with the questions? What do you want with me? I came here tonight to give you a little. Надо было сразу же залпом ее проходить. Я уже первую часть не помню, с чего все началось. Аяне, it's up to you. А где субтитры в роликах? I'm looking for Alpha 152. Whatever do you mean? Kasumi. Hayate. The whereabouts of Alpha 152. Это знаете, как ранее Dead or Alive 5. There's something I feel I have to finish. Maybe she's trying to say. Называется Last Round, то есть шестого нас. Шестого можно не ждать. It's not something any normal person could pull off. Шутка. Doitek has no involvement. By the way, is that girl your messenger now? I need to find her and put an end to this. Donovan. А, Донован. Тот чувак в маске Донован, наверное. I am most satisfied with the results of our test. Что это за ролик? Это типа нас ждет в шестой части или сейчас нас что-то ждет? Ой, тут игра в шутер превращается. Бэймен, what are you up to? Have you become a soldier all of a sudden? А ты что тут забыл? I'm following Kasumi. Oh, perfect. Because there's something I want to ask of you. Okay? Your Mugen Tenchin ninja technique. Show me what it can do, will you? Why would I do that? Because you and I are searching for the exact same thing. And чувак, ты точно не русский? С таким-то акцентом. Так, а мы за Бэймана играли или нет? Если играли, то я малёха. Забыл тогда. У чувака стиль, короче, злой медведь. Вот так это назову. Медленно, но уверенно. Это типа Ганджек из Текена. Будем проводить аналогии. Так, блин, Хаято, ты чё, блин, Касуми, значит, завалил, а теперь и Бэймана хочешь? Херня. Отлично, жизни было мало, но главное не сдаваться. Это придурочная музыка с ним, как всегда.
concerns world peace. Come on, get in. You keep it away. Jump in the chopper. Сейчас они тебе вмажут. Да, я забыл заскринить. I'm afraid I won't be joining you either. I'm sure you're a fine pilot. Да, и мне даже не так страшно сказать. You just crossed the line. One way or another, you're coming with me. Ты поедешь со мной, сказал Зак и начал получать по роже. Да блин, о, вот это удача, был забавно. Не, явно он как медведь дерется. Своим этим приколом. Блин, реально кабан, он даже встать не может с подсечкой. Go home. Ой, я по-моему нажимал 12. А скрин вышел. And bring her highness a message. Tell her I have other places to go. Sure thing. Ого, я не успел прочитать. Excellent. It seems the ninja have taken the bait. And Elena has become involved as well. We need to be careful. After all, it would be foolish to lose the entire lab. Ребята, я молчу, так как тут развивается сюжет. Pompous ass. О, поддерживаю. Hey, we need to up the level of surveillance. И не говори, Кристи. А в фильме это такая плоскодонка была. Это просто капец. Так как и все актрисы. Я думал, вы впиляетесь в ограждение. I'm going for a nightcap. Yes, ma'am. Ну, это не ограждение, это просто разметка. Well, well. It looks like you got here first. Спалили тебя. Ну и костюм. Водолазный, походу. Seems like you had a bit of a slip up. And I think that scar will be with you for life. I guess I'm all grown up now. If you say so. I must have been right about this place, since you're here. Но, ребята, субтитры не стоят, а идут. Там речь о вертолете. А, ладно. И так разберемся. Так, блин, змеючка. Блин, как можно так прямыми пальцами бить? Это же, наверное, больно. Ё-моё. Ты думаешь, это ова? Я так не считаю. Ты не знаешь, на что он способен. So, it's life or death.